Всем привет, мои дорогие друзья и подписчики! С вами, как всегда, не первый, но и не последний московский видеоблогер. И вы находитесь на канале «Московский обжора». Сегодня 6 декабря 2017 год. На улице идет снег, зима-зима, кругом снега, зима-зима, запорошила дома. И несмотря ни на что, я для себя любимого приготовил вот такое вот замечательное и очень полезное аппетитное блюдо. Это капуста, брокколи, очень полезная для нашего здоровья с вами. Видите, какая получилась красивая, сочная и аппетитная. А знаете, с чем я ее сегодня буду употреблять? Да вот с такой вот замечательной курочкой сочной. От магии с приправами. Вот, посмотрите, какая красота. Она осталась одна. Такая вот ножечка, ляжечка, одинокая курочка. И вот она сейчас, через несколько буквально минут, она уже будет у меня в животе. А потом превратится, и все выйдет через одно место. Вот, поэтому всем вам я желаю приятного аппетиту. Все, ребята, поехали, мои хорошие. Давайте, ребятушки, я вам уж покажу, как я ее со сковородочки выкладываю, а то хейтеры не поверят, скажут, что мало ли там я ее где-нибудь нашел на улице. Люди же нехорошие, завистливые, поэтому... И, ребята, я даже, если честно, сегодня переборщил. Очень много я сюда захреначил зеленого свежего укропчика. То есть вообще укроп все перебил. Тут и чеснок. С чесноком я это все дело делал. Ну, то есть, вообще, очень полезная взрывная бомба. Поэтому всем вам я желаю только здоровья и всего самого наилучшего. Вот, такая вот получилась бомба. Ну вот, мои хорошие, посмотрите. Я только что сюда положил аппетитную курочку от Маги. Со специями карри, и вот с этой, с капустой, брокколи, с чесночком и с укропчиком. И вот сейчас я сюда добавлю еще вот такой вот очень хороший это майонез. Называется скит, провансаль. Давайте положим сюда. Еще будет вкуснее вот так и вот так вот, в виде крестика. Вот такая вот красота. Господи, спаси и сохрани меня от злого глаза, завистливого. Ребятушки, я сегодня такой утром просыпаюсь, а у меня на Яндекс кошельке, Яндекс деньги, лежит круглая сумма, 1000 рублей. Я чуть в конце не отдал, думаю, может, у меня крыша поехала. Гляну, и правда, мне кто-то их перевел, донат, да, 1000 рублей. И это самое, я хотел узнать, кто это, чтобы его как-то поблагодарить. А нифига, инкогнито написано. Инкогнито, и это самое, аноним какой-то, аноним. И тот, кто мне эти деньги, 1000 рублей перевел, короче, скрыл свой адрес. И я не знаю, как его отблагодарить. Уважаемый, дорогой человек, если ты меня сейчас видишь и слышишь, я тебе от всего сердца выражаю большое, огромное спасибо. Так держать, потому что добровольное пожертвование ты сделал, это только хорошо. Дай Бог тебе здоровья, большое тебе огромное спасибо. И я на эти же деньги сразу же сегодня, ребята, вы, наверное, уже обратили, пошел это самое в салон красоты, в парикмахерскую. И мне, посмотрите, какую сделали прическу, меня подстригли. И вот это самое, привели меня в порядок. Видите, какой я стал, как я хорошо себя сегодня выгляжу. Меня это самое подстригли, что-то они там делали, пшикали, я не знаю. Вообще, вот видите, какой я сегодня красивый. И вот это самое, на эти деньги я купил себе футболку. Это самое, я хотел еще это сделать, принт сюда, логотип YouTube. Ну, что-то, блин, это дороговато стоит, и мне этих денег не хватило. Вот, поэтому я только футболку вот купил. И это самое, подстригся. И меня они там это чем-то побрызгали, я не знаю. Так что вот такие вот дела у меня сегодня, ребятушки.
Ура! Мы победим! Я пользуюсь уже славой. Так что всем приятного аппетита, ребята. Сейчас я буду кушать капусту брокколи с курочкой от Маги. Сочно аппетитно. Вообще, просто пальчики оближешь, ребятушки. Да, по-разному бывает, по-всякому случается. Кто мы встречаемся, кто разлучаемся. И вот такие вот дела, ребятушки. Та-ра-та-ри-та-ри-та-та-да-та. Ой, а погода сонная. Сейчас 6 декабря 2017 год, московское время, 19 часов 25 минут. Ну, то есть 8 час. За окном идет, ребята, снег. Снежок идет. А снег идет, и все вокруг чего-то ждут. А градусов сейчас, ребята, сейчас я посмотрю, даже не поленюсь. Сейчас подойду к окну и вам скажу. Сейчас где-то минус 5 мороза, морозу, и идет снег. Погода, правда, очень сонная, ребята. Поэтому не сдавайтесь, занимайтесь спортом, как я. Ой, а вкусная, зараза. С чесночком. Пальчики оближешь. Да, вкусно. Поэтому, мои хорошие, не забывайте подписываться на мой канал. Не забывайте ставить пальчики кверху. Я вас всех люблю и уважаю. Как вы со мной, так и я с вами, мои хорошие. Вы со мной хорошо, и я с вами хорошо. Вы со мной плохо, и я с вами плохо. А как же вы хотите? Я ее совсем минимально тушу. Видите, она получилась какая сочная. Так что вот такие вот дела, щеглы. Щеглы. Вот такие пироги от Сергея Резникова, от не первого, но и не последнего московского видеоблогера. А снег такой валит, ребята, за окном. Это просто сказка.
Даже не забывайте подписываться на мой канал, не забывайте ставить пальчики вверх, не забывайте писать добрые комментарии, и все у вас будет хорошо. И не забывайте делиться моими видео в социальных сетях, особенно ВКонтакте. И не забывайте кликать по моим рекламам. Вам это бесплатно, а мне очень даже к Новому году приятно. Лен, не стой над душой. Иди, иди, иди. Иди. Пока, ребята. Было очень вкусно. Ставлю пятерку. Твердую. Пока.